Добрый день, дамы и господа. Вот теперь совершенно точно могу констатировать тот факт, что весенняя охота 2017 года закончилась. Какая она была? Ну, разумеется, отличная. Какая еще может быть охота? Трофей на весенней охоте всегда был вторичен. Главное – это те впечатления, то время, которое мы провели вне дома, вне работы. Как вы знаете, я с иронией отношусь к сбору трофеев. Сам этим никогда не грешил, всегда раздавал их, до дома ничего не доносил. Мне достаточно какой-то фотографии, а иногда и она не нужна. Память человека – самый лучший жесткий диск, придуманный природой. Но, положа лапу на сердце, вот сижу и думаю, а трофей, наверное, все-таки тоже важен. Ну, во-первых, он несет спортивный аспект. Во-вторых, он показывает дееспособность мужчины. В-третьих, он очень передает профессионализм охотника. Ну, если только охотник этим сам занимается. Разумеется, все должно быть в рамках приличия. Когда трофей не становится фетишом, когда все делается без фанатизма, когда после выстрела не летит десяток смс-селфи, кому попало, родным, близким, знакомым. Это я считаю моветоном. Не надо ничего в таком количестве показывать и рассказывать. Люди, которые с вами находятся рядом, сделают это за вас с лихвой. Ну и даже не об этом. Вот сегодняшняя нарезка. Вот чтобы стать охотником-трофейщиком, на мой взгляд, абсолютно не нужно ехать в Африку или в Новую Зеландию. Для начала вот выставите себе какую-то спортивную веху у нас здесь, на территории Российской Федерации. Ну, в частности, вот попробуйте за 10 весенних дней охоты собрать пернатую пятерку птиц, которые разрешены к добыче на территории Российской Федерации. Сам я это делал неоднократно. Могу сказать, что это требует сил, времени, денежных средств. В любом случае, посмотрите, что-то в ролике старое, что-то новое, что вы еще не видели. В любом случае, жду ваших комментариев. Также приволок вам из леса загадку. Ответ на нее знаю, вам не скажу. Жду ваших вариантов. Всем хорошего дня. Сейчас приплывет. Хорош. Добивай, добивай! Молодец. Hey.
все друзья сегодня вместе, и льется музыка сейчас опять. И русской водки где-то грамм по 200 горшочек варит. Придется им на грудь себе принять. А те, кто не с нами, пускай загрустят. С такими друзьями нам грех не выпить в этот добрый вечер. Очередная загадка. Ну, весной обычно в лесу находишь кучу подснежников, оттаивают шкуры, кости, копыта. Вот вам загадка. Водные. До ближайшей дороги 800 метров, до ближайшего населенного пункта где-то 1,5 километра. Вот что это за чупакабра? Какие будут варианты?